Всем привет! Вы на канале Мава и я, и мы будем снимать джейлбрейк. Привет, друзья, еще раз. В джейлбрейк произошло обновление 28 декабря. Так что давайте посмотрим, что же они добавили нам на Новый год. Я передаю привет Денису. Кстати, у нас просили приветы два наших подписчика. Это Денис с канала Денис Топчик и Жанат с канала Vlogs Game. Привет, ребята, и с Новым годом! Чтобы все у вас в этом году было так, как вы хотите. Побольше сюрпризов, хороших оценок, много подарков. И чтобы у вас были самые лучшие и преданные друзья. Ну а теперь погнали играть в джейлбрейк. А те ребята, которые хотят, чтобы мы им передали приветы, пишите об этом в комментарии. И у меня тут одно случилось. Давай, рассказывай, что же у нас тут происходит? То, что я ошибся. В чем же ты ошибся? Потому что я не знал, где вот это... Что знаете, там? Знаете, какая машинка? Вот это. Кто еще не знает? У меня чуть-чуть осталось, и я потратил на Теслу. Джейлбрейк? Я не увидел вот эту машину. А это кто? Это полицейские? Или это что здесь, такси? Это не такси, это шишербалет. Наша цель какая в этой игре? Мы должны где-то заработать денег. Да, денег грабить. Да, здесь игра такая, что вам, конечно, никто сундучок золотом здесь не принесет. Здесь вы его должны добывать сами. Кто еще не играл в эту игру, то здесь получается две роли. Одна роль — это когда вы, получается, как заключенный, и вы убегаете, вы там грабите, вас догоняют. Или же вы можете играть за полицейского, когда вы уже охотитесь за нарушителями. Я уже за 9000 это уже могу купить. Вот у меня сейчас 9000 уже. Мы что, будем машину покупать? Нет, она у меня уже дороже стоит. 25 тысяч. А давай мы поедем на какой-нибудь... Вот. А у меня Тесла еще есть. А давай мы сейчас поедем куда-нибудь, где мы можем забрать денег. Поехали? Пока мне нужно мощную машинку пока, чтобы подрыпать. Ну, зачем нам мощная машина? Чтобы быстрее потом убегать на ней, да? Ну да, ну чтобы от полиции убегать. Видите, ребята, поэтому если машина будет у нас слабая, если даже мы денег и достанем, то мы можем обратно попасть в руки полиции, потому что мы же можем уехать быстро. А я там сразу сбежу, потому что я знаю, потому что... Ты здесь полностью всю карту хорошо знаешь? Может, на Новый год... Я всю даже знаю, у меня даже вот эта машина. А если они здесь на Новый год сюрприз какой-то подготовили, о котором ты не знаешь? А я даже знаю все тут, даже тут была звезда. А я не помню, это в этом симуляторе был самолет или в Мэд-Сити? Тут был самолет даже, и в Мэд-Сити даже. В джейлбрейке был самолет, помнишь, да, мы тогда играли? И вот, у меня вот такая машинка пока. А зачем ты сейчас сюда заехал? Ну, чтобы еще мне нужно подкупить вот это. А это что такое? Это второй левел уже. Ну, давай, бери машины. Свой... Давай, бери, подкупай то, что тебе там не хватает. А как не хватает? А это что у нас? Крылья, что ли, у машины выросли? Это не крылья, это спойлер такой. А что он дает? На поворотах легче поворачивать, да? Простите, я заболел. Да, ты у нас подкашливаешь. Так, а почему мы едем по этим бездорожью? Давай по асфальту гонять, так же быстрее будет. А то у нас машина, видишь, буксует. О, поезд. Мне нужно поезд ограбить. А, в поезд точно. Да-да-да, ребята, мы в поезде тоже тут можно было ограбление проводить. Ну давай, он же скоро уже проедет. Ну давай же, Ешка. Ешка не работает, что ли? Да ты что? Да я не мог запрыгнуть, потому что я хотела, она очень быстро идет. Мне хочется догонять. Ну сейчас будем уже догонять на машине этот поезд. Но у меня сразу она быстрая. А у тебя как? С одной Ешки ты сможешь и с машины выпрыгнуть, и в поезд забраться? Да что же такое? Что такое? Почему мы не можем заехать в этот поезд? Ну уже не успел, потому что уже... А помнишь, ты как-то в туннеле запрыгивал в этот поезд? И потом мы как раз доехали до базы, по-моему. Это уже раньше год. Тогда еще у нас не были никакие машинки.
А вот теперь есть машинки, потому что я каждый раз у него уже начал уже играть. Ты уже тут такой профессиональный грабитель, да, со своим автосалоном. А ты знаешь, что это? Что это? Колеса. Ну, это да. Это, кстати, все же знают, да, что зимой шины ставят, а, скорее всего, нам нужно, да, нам шины, наверное, надо поменять, потому что голыми баллонами у нас будет машина тоже скользить. Понимаешь, да? Давай, хорошие шины поставим. У меня только вот такие, у меня высокие. Да? А ты знаешь, как я могу просто на фри показать? Что показать ты хочешь? Фри пружины. Фри сейчас. Body color, и что нам? Сейчас фри тебе покажу, как можно бесплатно, а ее надо покупать. Ты знаешь, я что сейчас сделаю? Ну давай, ты какой-то баг хочешь нам показать? Вот, у нас этот спойлер. А, нет. Это что, уже... баг уже не работает? Нет. Исправили его? Нет, это на другом. Это было на другом что-то. На другой машине? Не на... Ну, на этой. Ну, где же это уже найти? Ты хочешь повторить баг, но он у тебя сейчас не работает, да? Нет, я могу сейчас повторить. Главное найти... Где это? Давай в следующий раз ты поиграешь, и мы покажем. Сразу запишешь, где этот баг, и мы потом покажем ребятам, чтобы они тоже могли пользоваться. Вот, смотри, мы должны купить. Мы выходим. И что происходит дальше? Мы нашу машинку сделали ниже бесплатно, вот. Бесплатно купили, она 2000 стоит. Ну, я надеюсь, ребята, кто не понял, как это делать, отмотайте на ролике на то место и посмотрите еще раз. Смотрите, не надо покупать, просто нажмите на пружины и все, выходите потом. Просто вот этот баг на этой только может машинке сделать. Окей. Или на другой. Вау, занесло нас, запружинило в общем. Ну так что, будет у нас сегодня какое-то грандиозное ограбление или нет? А я уже ограбил. Кого, пружинки? Нет, я уже ограбил уже одно место. Где? На самой базе уже находится полицейский, вот там. Это ее писали. А мы на ролик это записали? Да! Хорошо. Я вам могу даже показать, как надо выбираться. Еще надо, где стена, там можно взорвать. Вот тогда ходите и сразу быстро выматываетесь. А я просто... Потом ставьте машину мощную, и вы тогда базу можете... А я помню, что мы бегали с этими, с мешком денег. Где это можно забрать, этот мешок денег? Вот тут. Это банк? Мы сейчас к банку подъехали? Это же музей. Музей? А в музее не бывают денег. В музее какие-то только ценные экспонаты могут быть. А там мешок, чтобы грабить. Это как деньги. А может, в музее там какие-то ценные драгоценности? Может, там... не деньги, а может, какие-то там ожерелья там старые какие-то. Очень дорогие. То, что можно кристалл продать. И вы знаете, то, что один кристалл уже стоит 1 000 000. Может быть, смотря какой кристалл. А если это бриллиант или это еще алмаз будет? Конечно, это будет... И чем больше этот смотрите, камень... Смотрите, какая машинка. Тем дороже. Там много денег. А это все по им. Давай, садись. Так, к тебе кто-то какой-то друг? А. Нет, ты один едешь. Давай, нет, давай, нет. возвращаемся. Парнишка хочет тоже с нами поехать. А он ждет банк. У него нет, по-моему, карточки. А, он хочет в банк зайти. У него совершенно другие намерения. А ветер вот такой цвет, такой цвет, рассвет, по-моему. Нет, это просто фары у тебя так светят. Ну, как твиттер выглядит. Как твиттер, да, птичка с твиттера? Да. Может быть. Ну, такой цвет точно, это в один в один. Так, дальше-то что мы делаем? О, смотри, тут здесь даже рекламные щиты какие-то.
постарались сделать так, как у нас в жизни, да, вот так вот по трассе будешь ехать, а там даже рекламные билборды висят. Чего они там рекламируют так, нам? Так, короче, мы можем пончик сейчас ограбить. Пончик? Да. Какой и такой пончик? Пончик даже восстанавливает 10 хп жизни, по-моему. Пончик это булочка, которую можно есть. Как ее можно ограбить? Или мы в Макдональдс подъезжаем? Это ограбление. Ну что давай, это? Хоть что-нибудь покажем нашим подписчикам. Ну-ка, забирайся ты сюда. А что? Донатс? Донат это пончик, вот так говорят. Да, донатс, давай. Где наш пончик? И все? И, ребята, это весь наш заработок в этом джейлбреке за сегодня. Забрали пончик. А я забыл. А вообще, что нам на Новый год здесь подготовили? Я забыл уже. Нам нужно на базу идти. Я же тебе с самого начала говорю, давай пойдем туда, где можно взять что-то. А ты тут пончик кушаешь. Не там, понял. Свою машину в сугроб. Я что-то не понял, кто меня подстрелил? Как это? Серьезно, что ли? Да, меня кто-то подстрелил и колеса мне вымыл. А, и мы сейчас еще где окажемся? В тюрьме, что ли? Не, это пока будет... А, смотрите, ребята, у нас на колесах, видите, доллары нарисованы. У нас диски долларовые. Это биткоин. Это доллар, знак доллара. Это биткоин. Биткоин? Выглядит как биткоин. Нет, это знак доллара. Ничего себе такие колеса. Вот у нашего бы дедушки тоже были бы на машине такие, да? Сразу... их в жизни не давали. Сразу бы подошли и спросили, откуда вы купили такие шины себе? Такие диски у вас, хромированные, долларовые. Как ты думаешь? Моя машинка справляется с вот такие падения. Так, к базе мы подъехали. Смотрите тут, какое управление. Нас сразу запустили, как своих. Видимо, ты здесь не в первый раз. И смотрите, тут по-другому. А что там по-другому? Вау, ребята, что это такое? Это что дрифт. Это за спецэффект? Это дрифт. Вау, какая красотень. Такой пар пускают, это когда какие-то звезды выступают на концерте. Они поют, и так они весь в таком, я не знаю, это как называется, не пар, не это. Ну, какая красотень. Обычно, когда дрифтуют, там по-другому, да? А тут, смотри, какой эффект добавили. А вот эти машинки все делают черные, а это даже в самом начале, когда покупаешь, она все равно делает белые. Так, а дальше куда мы? Так, тут. Вот так она даже умеет. Она даже вот такое даже умеет. Нас сейчас обратно кто-нибудь подстрелит, если будешь просто так ездить. О, пальмы, смотрите, ребята, тут. Новогодняя пальма. Как вам такая елочка? О, поезд, мне нужен поезд. Поезд, не уезжай! Надеюсь, ты в этот раз в него проникнешь. Что-то тебе в прошлый раз... Этот вроде медленнее едет, да нет? Давай, товарный поезд. Хоть мы на него, давай. Ешка, где Ешка? Ешка! О, вот, ты запрыгнул на него, хоть так. Так. Не ограблю еще. Давай, мы сейчас проникнем, ребята, вовнутрь. О, наконец-таки мы добрались до сейфа какого-то. Давай. Бридж, вау, это ж ты что, подзорвал? Все, ребята, слитки золота наши. Смотрите, там сколько слиток золота. Штук, так, 3, 2, 5, сколько там было? Мне нужно вот столько, 17. Ну что, ты их забрал себе? Все. Забрал, да? Должен выходить. Выпрыгивай. Самое главное, чтобы ты не в туннеле был. Отлично. Теперь я могу за с вами даже машинку
Все, ребята, миссия, можно сказать, в этой игре у нас уже выполнена. У нас уже 10 тысяч. Почти. А, не 10 тысяч. Теперь куда мы едем? С золотом нашим. А никуда уже. Уже все. Это в нашу копилку добавилось, да? Теперь мы на это золото, наверное, тоже что-то можем купить. Что будем брать-то? Мы ничего не, пока не можем. У нас теперь цель 25 тысяч. Дадут нам их? Нам нужно пушку за это, да, взять? На всякий случай, чтобы она у нас... И взять... Защищаться будем сейчас. Вот это просто клевая штучка. Почему? Потому что она взрывается. А вот это просто бесславно, это ничего не показывает. Ребята, а как вам наш новый меч, который сзади у нас на спине? Вы же знаете, да, его нужно было выигрывать. Мы могли в финал попасть, чтобы меня на нас выделили. У кого еще есть такие мечи? Так. Ну давай, погнали. Так. Криминалку, наверное. О, тут две тоже самые. А может в криминалку в следующей серии зайдем? Вот. Что там такое происходит? Смотри, что она умеет. Ага, ты подорвал вход? Так. Так. Давай криминалку мы оставим на следующий раз. Договорились? А сейчас мы будем прощаться. Я хочу... И если ребятам нравится игра Jailbreak, мы с тобой еще в нее поиграем. Я хочу им показать. Тогда, ребята, напишите в комментариях, вам вообще нравится игра Jailbreak? Вы в нее играли, играете? То есть, как вам вообще? Потому что просят у нас, чтобы мы играли в Muscle Legend, в Качка 5. Помню, ребята были, просили, которые, чтобы мы поиграли в Tycoon. Кто-то любит гонки. А вот как вам насчет Jailbreak и Mad City? Нравятся ли вам такие симуляторы в Роблоксе? Если да, то пишите в комментариях ваше мнение. Договорились? Да. Всем пока. Ну а на этом, ребята, мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока-пока.